Что-то это нет никакого вопроса. Допустим, человек говорит: вы знаете, Олег Геннадьевич, я вот занимаюсь спортом, поднимаю штангу. И как бы я поднимаю, иногда у меня получается поднимать, а иногда нет. Что мне делать? Я говорю, надо просто тренироваться и поднимать сильнее, так, чтобы получилось. Понимаете, вопрос замужества — это вопрос силы женщины. Просто силы, и все. Если она в отношениях со всеми сильна, всех заботится, всех любит. И если она такая сильная, и он уходит, ну так это значит, он дурак. А зачем тогда с ним вообще строить отношения? Пускай уходит, и я найду себе лучше. Сколько желающих. Если я сильная. А если я слабая, и он уходит, ну тогда надо стать сильной, значит. Ну, то есть это вопрос поднятия штанги. Надо ее поднимать, учиться просто, тренироваться. Женщины часто задают вопрос, как выйти замуж. Понимаете, замуж выходить очень просто, женщина. Надо просто так сильно включиться в отношения с людьми, быть такой включенной, так сильно отдавать себя, доброту свою, служить так людям по-женски. Не как старшим служить. Иначе Бог даст начальника, если вы включились к старшим. Бог даст хорошего начальника, хорошее положение в обществе, но мужа не даст. Включились в отношения с младшими, допустим. Бог даст ребенка, но мужа не даст. Но если вы с равными в отношениях включились, всех любите, по-доброму ко всех относитесь, тогда Бог даст мужа. Но надо очень важно понять, что всегда в отношениях с людьми, ну, так как у людей есть эгоизм, поэтому побеждает сильнейший. Вот как, допустим, женщина, девушка выходит замуж, она становится сильнее мужчин. Она становится сильнее мужчин, и мужчины сдаются просто. Как был такой мультфильм, когда дудочку играл, как бы это человечек какой-то, мальчик дудочку играл, и мышки за ним вот так шли. И в воду все, и все захлебнулись. Так и мужик за женщиной. Даже захлебывается, бедный, но идет. Вот. Просто она сильнее, она победила. Сильного человека, все, она сильнее. И она свое сделала. Дальше он работает, она ему рожает детей и наслаждается жизнью, счастлива. Ей дальше женщине надо быть просто счастливой, учиться быть. Ей надо упахиваться на работе, это не ее долг. И надо воспитывать детей, любить мужа, быть верной и счастливой в жизни. Что мужчина, долг мужчины — это аскеза, работа над собой. Долг женщины — это удовлетворенность, счастье, верность. Такой у женщины долг. Но сначала она должна доказать Богу, что она имеет право на такую жизнь. И как она доказывает? Она становится очень жизнерадостной, счастливой, красивой, всех любит вокруг. Я помню один фильм, я был ребенком тогда еще, и я увидел такой пример, там, ну, одна тоже такая же пела песню, такая же женщина, очень такая сильная, а другая играла роль, и я когда увидел, как она поет, я подумал, я был ребенком еще, мне было там сколько-то лет, 7, наверное. Но я подумал, вот такой должна быть женщина. Я маленький ребенок рассуждал, думаю, вот так она должна себя вести. И это и есть женская красота, женская сила. Ну, как бы все вместе было, сама песня, как девушка танцевала, пела. И она была очень, всех любила. Я вам сейчас образ просто передаю, а вы сейчас его вспомните, потому что вы смотрели этот фильм. Где-то на белом свете, там, где всегда же мороз, трутся спиной медведи, а земную лову мимо плывут залезли, как подо льдом парят. Трутся обочь медведи, вертишься земля. Ну какой мужчина устоит? До доброта, жизнерадостность женская, активность, доброжелательность.
Все, нет вариантов. Если вы мне говорите, но не могу найти человека, у Бога мужиков завались. Не можете найти, значит нет силы просто и все. Не надо никого искать. Не надо никого искать, женщина. Просто станьте сильными, учитесь любить людей. Начнете любить людей, станете любимыми. Женщина, которая любит людей, становится любимой. Я же вам вчера объяснял, что солнце – это мужское вроде бы начало, но красивая женщина означает красное или солнце. Девушка краса, красная означает любящая людей, солнечная, жизнерадостная. Станьте солнечной и все,